Постоянным спонсором является букмекерская компания 1xbet. У 1xbet всегда большие выигрыши, быстрые выплаты. 1xbet — это надежный букмекер. А еще у компании 1xbet есть свой YouTube канал. Ссылочки в описании. Итак, ребят, сейчас находимся, короче, в Ивеко. Санек у нас. Встретились мы, короче, случайно. Чисто случайно, я просто знал, что он едет в Новосибирск и выехал, короче, и позвонил, и вот в 20 километрах мы пересеклись, встали на заправке, попили кофейку уже, вот, Саня поедет дальше, я тоже еду дальше. Кто не знает, Саня это самое, чинил мотор, сделал, сейчас у него вместо 400 420 кобыл на Ивеко, вообще он сейчас просто красавчик, летает на ней, блин. Видео, как мы гильзы вставляли у Димы Америки на канале. Да, есть там такие, да, как ремонтировалась она, все. В общем, короче, это классно, мы тут встретились, блин. А тут только на стоянке обычно видимся, а тут нифига себе, под Омском, ё-моё, просто этот под Омском. Да, да, да. Выбрался. Ты еще, кстати, можешь Санька встретить. Зейн-то уедет, наверное, вы не пересечетесь, а вот Санек-то как раз, он, получается, сейчас едет с Иркутска, грузится на Красноярск, с Красноярска, короче, будет грузиться уже понедельник сюда, куда-то. А я в понедельник новостью. Выгружаешься, ну, тоже, Саня, может, тебя догонит, поэтому, вообще, мы, короче, встретились, круто, да. Все стоим на стоянке и все встретились. Блин, Саня, ладно, давай мы полетим. Короче, я не знаю. Ну, реально, я уже, блин, уже спать хочу и все. Я уже фиг знает, короче, что делать. Будем разъезжаться. Так что, короче, знаю. У Сани, короче, Ивеко тут светится, видели? Снаружи, блин, ладно. Ну, все как у людей, бля. Она на 12 вольт? Не, 24. А, ну круто. 24 вольта. Сразу табличку видишь, Ивеко, щемись. Почему щемись? Ну, хуй знает, мало ли. Непредсказуемый автомобиль. Да не знаю, ну он же ездит нормально. Тут вообще, у Сани тут все как тот же, плиточка, короче. Высота кабины нормальная, блин. Когда же я себе такую же кабину заимею, высокую. Все работает, тепло жарит, отлично. Вообще классно. Ладно, давай, Сань, полетели. Давай, все. Так, вот он, Саша, поехал. На Ивеко. Гардарика у Саши. Удачки, Саня, если что, обратно через Челябинский рай встречу. Давай, хорошо, наберу тебя.
Ну все, ребят, Саша уехал, мы с ним попрощались, а мы едем дальше. 800 километров практически до дома, и мы едем. Ну что, ребят, еду я уже по Тюменской области, скоро Курганская будет, Ишим проехал. Вот, наконец-то, я уже почти дома, еще 500 километров, и я буду дома. Ехать буквально осталось чуть-чуть, всего лишь 500 километров. Поспал сегодня 4 часа, с Сашкой вчера мы кофе напились, ехал я до 3 ночи, 3 часа поспал и сегодня отъеду. Оставалось мне 700, проехал я 200. Все вроде красавчиком, еду такой нормально, ну был гололед. А, короче, случай там, заехал в Абатское, в пельменную, поел пельмешек, 2 года там не был. Ничего не изменилось, пельмени такие же вкусные, ребят. Так что, не знаю, Абатское, заезжайте, реально хорошие вкусные пельмени. И это самое, еду потом дальше, в каком-то там тоже селе или где-то там, поселок. На перекрестке стоят гаишники, ДПС, патруль. И такие останавливают, передо мной фуру останавливают, по тормозам чувствуют, короче, за гололед был. Вот. А дальше перекресток, за перекрестком, ну, негде тормозить, все. Вот. На дороге не станешь. И все, он пролетел, газу дал и ушел. Я тоже, он меня прям тормозит, такой, типа, давай, тормози. Я такой, оп, по тормозам, а прицеп-то легче, чем машина. Ну, я смотрю, прицеп, давай, короче, там, зигзаги делать. Я думаю, да вы что, гоните, что ли, ё-моё, я где вам остановлюсь? Я тоже по газам, короче, и ушел. Все, даже, ну, а что делать? Дебилы они, нет, эти гаишники. Тормозить на гололёде, ну, кто остановится? Груженная фура 20 тонн, да. А легонькая какая-нибудь, вот такая, как я, ну чё, как остановится? Не остановится, никак. Скоро буду дома, везу любимой медведя. Едет, пока она не знает еще. Вот, поэтому заснять бы ее реакцию в этот момент было бы круто. Вот, так что, господа, делайте ставки, какая будет реакция. Медведь уже, я не знаю, он уже там капец как долго едет. Он с самого Владивостока едет. Причем сейчас сначала, когда мы только туда приехали. Месяц уже, наверное, медведь живет у меня на нижнем спальнике. Занимает кучу места. Даже Джек занимал меньше места, когда мы ночевали, когда мы ехали до Иркутска, вот, до Благовещенска. Это прям вообще пузатик такой, толстячок. Дофига места занимает. Джек, короче, попал на выходные, я как и говорил в этом, в Омске. Так что, Джек, давай, удачи тебе там, нормально провести время, не скучай. Саша с Ивеки, тоже давай там это самое, ищи нормальный груз обратно. Езжай обратно, езжай домой, там не долго не задерживайся. Вот. А я уже буду дома, буду что-то, кстати, дальше у нас по плану, кстати, заходит немножечко вперед. Я приезжаю домой и начинаю заниматься автомобилем недели, наверное, 2. Короче, по плану поменять рулевые наконечники, поменять заднюю резину, потом починить стартер, у меня башмачит. Потом поменять влагоотделитель. Он у меня тоже, короче, сами понимаете, из-за чего у меня там подогрев. Ну, не знаю, может, подогрев отдельно продается, куплю у него. Не знаю, хотя вообще я полностью поменял. Хотя ничего в нем не такого нет, только подогрев. Он может поменять и все, поставить, вернее. И ездить дальше. Ну и по мелочи фары, но, кстати, да, если кто забыл, я же купил новые фары себе, решетку на бампер, но это все увидите, это все будет потом, это будет все в ремонтах, так что кому интересны ремонты, обязательно подпишись на канал, если ты до сих пор не подписан, и жди новые видосы. Ну а мы едем дальше. Ребята, ну что, ехал я, ехал, почти до Кургана доехал, и все, и машина
не едет, как будто за жопу тащит. Короче, прицеп встает на тормоза. Сейчас вот он у нас снялся с тормозов. Заливал в груши до этого, да, жидкость. Нифига. Мерзнет какой-то кран. Уже давненько он мне мозги парит. Короче, открутил осушитель. Вот здесь вот осушитель находится. Короче, я его открутил. Залил прям туда жидкость. Все, и теперь все работает. Короче, опять надо все закручивать и ехать. Поднимать. Пускать кабину и ехать. Мне осталось все. Ехать 350 километров. А у меня такое вот приключение. Не хотелось бы, конечно. Но вроде все. Сейчас пробило. Надо, короче, приеду домой отогреваться. Вот. А, менять этот осушитель. Вернее, не осушитель, а влагоотделитель сам. Ну, то, как его называют. Все, и уже потом с подогревом ставить нормально, а то, видите, я мерзну как каждый раз. А на улице минус 15. Че он замерз, неизвестно, блин. Ну, вообще, посмотрим, сейчас поедем, сейчас уже должно быть все нормально, вроде пробило. Так что, поехали дальше. Так, ну что, вот он, уже и курган над Аризоной. Ребята, ехал я, ехал, торопился домой, и в итоге опять палки в колеса. Короче, перед кольцом. Баня в сторону Связовки, где хорошая. Перед кольцом Шумихинским получается, на Шумихе. В какую сторону едешь? Вытаскивают фуру из моста, она улетела. И, короче, стоим уже полчаса, наверное, и еще час. Два точно простоим. Короче, капец. Не приехал я сегодня вовремя. Как обычно. Короче, ребят, сказали, еще полтора часа стоим. Выгружают. Уже простояли полтора, еще полтора будем стоять. Смотрю, короче, видосик Джека. И буду жарить картошку. Хочется поесть. Думал, до дома дотяну, дома поем. Но видите, не судьба. Короче, где уже все завалено, да? Жарим картошку по-быстрому. Будет закрытый, как он будет проходить. Пойдем ли мы его нормально? Как-то так. Жарится уже картошечка. Смотрите, как аппетитно. С фаршем. А машинки стоят у нас. Пока стоят. Где-то они объезжают легковые, в общем. Где-то легковые объезжают там по какой-то дороге. Какие-то КамАЗы даже там объезжают. Но я не собираюсь туда суваться, поэтому лучше подождать, пока все проедут, и тогда поедем. Вот. Джек, смотрю, как мы там едем по Амурской области. Автономка у меня тоже тут все работает. В общем, короче, я запустился на всякий случай. Сейчас пусть воздух качает, а то сейчас мало ли соберемся, быстро поедем и все. А там это самое. Ага, встал. Все, не знает, что делать. Сейчас смотри, влево возьмет. Вот.
А то поедут все. И потом еще это самое, мы будем тут стоять 2 часа воздух качать. О, сейчас все в снегу будет, вся трасса, считай. По ней никто столько времени не ездил. Сейчас она будет вся в снегу. Капец. Жалко, что камера не передает вам аромат моей картошечки. Но я вам скажу, что это будет вкусно. Добавим еще специй. Но это так, на скорую руку от меня. Я делаю. Так, как говорится. Как перекусить. Благо фарш у меня был. И все удачно с ним. Не протух. Блин, ну не едут. Ладно, ребят, давайте будем ждать, когда поедут, и поедете вместе со мной. Так, ну что, господа, мы тронулись. Глисты в жопе свербят у челябинского чайника, нахуй. Так, вот он прицеп, ребята. Ё-моё, офигеть, от фуры вообще ничего не осталось. Как он так размотался, обалдеть. Видели, блин, и века, по-моему, была эта фура, короче, вообще лепешка, просто лепешка, голова, два наша, хотя бы водитель жив остался, представляете? Реально жестко. Дорога. Заехать можно. Офигеть. Блин, ну сейчас, конечно, пробка здесь капитальная. Ну а что делать? Мне надо было на Минске, но мне это... В Челябинске уходить на Шаленство раньше, блядь. Ничего не понятно. Уже давно в Сургуте был. Проскочили, ладно, все, едем, ребят. А, блин, опасные, короче, эти моменты. Видите, ремонт моста был, и на ремонте моста, получается, фура пошла с горы. То ли что-то, короче, по тормозам он дал, то ли что, я так понимаю. Ехать можно нормально, да. Ну, в общем, не справился с управлением, или гололед был, все к одному. И влетел он с моста, короче, капитально, ребята. И главное, бы никого не зацепил. Блин, не знаю, кто смотрит видео, если кто знает, напишите в комментариях. Жив там водитель остался, нет, то, ну, может, раньше меня здесь ехал. Капец, ребят, это жестко. Будьте внимательны, ребята, будьте внимательны. Все, я еду потихонечку. Пробка, капец, нереально длинная. Просто нереально длинная. Ребята, капец, пробка просто. Кедров, наверное, уже 10 я проехал. До сих пор все стоят. Это жопа. С Челябинска вообще народу ехало гораздо больше, чем с Кургана. Куда ты? Куда ты? Ну ты. Вылази. Вот олени, а, на своих легковых. Лезут во все щели. Стойте, курите, я не знаю, тоже. Че, блин, не люди, что ли? Ладно, сейчас все проедут. Вот, ребята. Стоят, курят. Братишки вообще спят, капец, фуров, наверное. Капец. Ну реально, я бы, если бы такая движуха, если бы я ехал бы с той стороны, я бы на стоянку, наверное, спать прилег. Ну все, это край. Я уже еду, километров еще, наверное, 4 проехал. Да не, смотрите, стоит все до верха, там дальше кедров 20, наверное, пробка. Где-то так, сейчас посмотрим. Это, ребята, еще, оказывается, мне повезло, представляете? Нет, я стоял рядом. Братишки вообще вот где стоят, я уже проехал, наверное, метров 20. До сих пор вот они стоят. Блин, братишки, терпение вам, терпение. Это вообще жесть какая-то.
начинается перед новогодними каникулами. Стоямба. Блин, это жестко, ребят, очень жестко. Ребята, ну что, поздравьте меня. Я в Челябинске. Я в Челябе, ребята. Капец, конечно, город. Я его очень сильно забыл, так как я уже давно в нем не был. Снега как такового нету, видите, вся дорога сырая, все в реагентах. Здесь, короче, сыпят реагенты, уроды. Вот, и забрызгало. Вообще машины все грязные. Короче, я просто... Ну, я не удивлен, но я как бы это самое... Стрёмно. Что такая фигня происходит в городе. 174-й регион. Опа, Приус, офигеть. Оказывается, в Челябинске много Приусов. Да ладно. Прям как будто опять во Владивосток вернулся. Ну круто, ребят. Это очень круто. Все, еду домой. А дальше вы смотрите. Смотрите дальше. Итак, ребят, все, собрался я домой, короче, собрал все свои вещи. В общем, короче, вот, две сумки, портфель и Михалыч. Михалыч, нам надо тебя сейчас как-то унести. В общем, все это надо как-то взять и тащить. Ну ладно, будем пробовать. Итак, ребята, короче, нахожусь я уже дома. Всем привет, я постригся. В общем, смотрите, короче, вот он медведь, он уже дома, Миша, вот, вот шарики, я вчера приехал, меня все поздравили, с днем рождения, короче, вот, подарки мне тут подарили, Джек, спасибо тебе за подарок отдельно, спасибо, в общем, тут вчера сделали для меня праздник, я сделал праздник любимый, вот, и видите, всем все классно понравилось, на этом. Ребята, видео заканчивается. Всем огромное спасибо, кто досмотрел это видео до конца. Сейчас будет видео у меня по... А, нет. Еще будет маленький вставыш от того, как я выгружусь. Или, наверное, это уже будет новое видео. Я не знаю, будет видно. И будет, получается, новое видео по ремонту сейчас. Кому интересно, переходите, смотрите, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. А я дома отдыхать. И так вот выходные, ребята. Так что всем счастливо. Всем пока.